Мы часто жалуемся, что дороги в наших городах находятся не в лучшем состоянии. Разумеется, ямы, колдобины – это неприятно. Однако уверен, большинство из вас никогда не видели по-настоящему кошмарных дорог и даже не догадываются, как им повезло. Номер один. Дорога смерти в Боливии официально признана самой опасной дорогой на планете. За время существования дороги на ней погибло около 30 тысяч человек. Скользкий и грязный горный спуск настолько узок, что места едва хватает для одного авто. С одной стороны, дорога ограничена вертикальными скалами, с другой ее край обрывается в бездонные горные пропасти, густо заросшие лесом. Номер два. Не менее опасен один из участков Панамериканского шоссе, признанного самой длинной трассой в мире – 48 тысяч километров. Если в Америке и на Аляске шоссе содержат в порядке, то уже один вид его отрезка, приходящегося на Коста-Рику, внушает опасения за собственную жизнь. Номер 3. Трасса «Вулкан Котопахи». 40 километров грунтовки от Панамериканского шоссе до национального парка. Туристы с небольшим стажем вождения на старых машинах отправляются покорять крутые повороты. Если прибавить к этому плачевное состояние дороги, регулярные оползни и сели, становится понятно. Эта трасса входит в список наиболее опасных по праву. Номер 4. По-настоящему устрашающий спуск Патиопоола в Пердикахи. Да-да, не подумайте, это название такое. В общем, эта трасса находится в Греции. Помимо извилистой дороги, водителей поджидает скользкий гравий, выбоины и крупный скот, которому совершенно наплевать на правила движения. Номер 5. Ну и, наконец, свое, родное. Звание самой грязной дороги в мире принадлежит одной из российских федеральных трасс М-56 «Лена». Несмотря на то, что здесь все по-настоящему ужасно, других вариантов добраться до Якутска автомобилем просто нет. Эх, Лена, Лена. Это были 5 самых ужасных дорог на планете.